Здравствуйте, на канале ТВН вы смотрите цикл программ «Идеальная свадьба». В студии с вами Вадим Анцупов, и каждая пара желает, чтобы именно их свадьба была самая-самая-самая-самая красивая, самая прекрасная, самая запоминающаяся. Кстати, если у вас не за горами свадебное торжество – Рекомендую посетить вам свадебный портал Эстонии по адресу www.svadebka.eu. Вы найдете массу информации, вы найдете контакты большого количества свадебных специалистов и узнаете о многих местах, где можно провести красивую свадьбу. А свадьба ⁇ это всегда красиво, это всегда прекрасно, это всегда трогательно, но свадьба порождает огромное количество вопросов, а ответы на эти вопросы знают гости в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Кристина Полякова, представитель фирмы ⁇ Фотобутик ⁇ фирмы, которая предлагает на нашем рынке очень необычный продукт. Это фотокниги. Да-да, вы не ослышались. Именно не фотоальбомы, а фотокниги. Добрый вечер. Добрый вечер, Вадим. Скажите... В чем отличие фотокниг от обычных фотоальбомов? Мы привыкли, что всегда, когда фотограф делает свою работу, он приносит молодой паре там, стопку фотографий, и они потом вклеивают в альбом. Иногда этот альбом до этого находился на свадебном торжестве, гости оставляли какие-то там автографы, пожелания, оставляли в серединке место для того, чтобы туда фотографию поставить. А это фотокниги. В чем основное отличие? Фотокнига это современный вариант фотоальбома, в котором оформляются фотографии. То есть фотографии печатаются сразу на странице фотокниги. Не вставляются печатные фотографии, как в привычный фотоальбом, в привычные uh -huh. кармашки фотоальбома, а печатаются сразу на странице в зависимости от того, как это хочет сделать клиент. То есть фотокнига ⁇ это выбор современных, активных, молодых людей, которые ищут что-то интересное, что-то особенное для своего торжества, для того, чтобы это, с этим, этим потом поделиться с родственниками, с близкими, с друзьями и оставить на долгие годы э, как память о свадебном торжестве. То есть вы хотите сказать, что у каждого поколения были свои традиции, если наши бабушки, дедушки и тем паче мамы с папами оформляли те самые свадебные альбомы, когда покупался альбом, там может быть в кожаном переплете, с чистыми листами Потом туда вклеивались фотографии, делались какие-то подписи. То сейчас немножко другой тренд, немножко другая традиция именно в мире свадебной фотографии, и делаются именно фотокниги, да? Э, именно так, да. То есть э, фотокнига позволяет также э, добавить э, э, на свои страницы разные надписи, опять же пожелания э, гостей, пожелания родственников, стихи, можно добавить признание в любви друг к другу, пожелание долгих лет совместной жизни друг другу, там разные-разные надписи, можно добавить рисунки, можно добавить картинки, узоры, все, что в голову придет молодоженам и врачующимся. Скажите, как давно вот эта тема распространена в мире и как давно появились услуги свадебной фотокниги в нашей стране, в Эстонии? В нашей стране это довольно новая услуга, она здесь около трех лет. То есть вы на рынке уже около трех лет. Находитесь. Около трех лет, да, потихонечку начинали. Сначала было меньше заказов, потому что люди не знали, что это такое. Они не понимали, как это А может... Как вот вам удалось пробить все-таки брешь, найти понимание у аудитории, что это что-то новое и это интересное. Не надо, как у всех, чтобы был фотоальбом. Нужно, чтобы фотокнига была. Где-то дополнительные затраты все-таки. Это дополнительные затраты, это дополнительные затраты и действительно. Но э, каждый хочет получить что-то уникальное после того, как состоялась свадьба, состоял, угу. состоялся главный праздник в жизни э, молодых. И именно фотокнига позволяет оставить э, все яркие впечатления, и воспоминания с этого праздника на своих страницах. Э, более того, мы говорим о качестве. Мы говорим о высоком качестве фотокниги, потому что Страницы фотокниги очень плотные, там подставлена жесткая основа, и она позволяет страничкам оставаться надолго. Вот я покажу нашим зрителям, что действительно, если смотреть на вашу фотокнигу, то это такой толстый фолиант. Можно подумать, если она стоит на полке, что это какая-то энциклопедия. И, или книга, которая выпущена очень давно. И здесь э, страниц, собственно говоря, не так много, друзья мои. Обратите внимание, что э, сами странички, они толстые. Они жесткие, они толстые. Это какой-то пластик используется, да? Да, это используется специальный качественный пластик, который э, защищает страницу от заломов. И позволяет много... Много раз перелистывать и переворачивать. То есть предусматривается, страницы. что пара не только когда на получит эту книгу, полистала, посмотрела и поставила на полку. Ну и там на каждую годовщину, а то и чаще они. А давай, Открывают. мило, вспомним, да, да как это да, было, да. как это у нас все происходило, и они листают эту книгу. Да, да. Но она же тяжелая. Вот сколько такая книга может весить? Вот я сейчас чувствую, наверное, килограмма 3-4. Ну, на самом деле здесь предложен вариант э, толстых страниц. Есть э, страницы э, потоньше. А есть еще тол толще страницы, еще толще. Тут Нет, вот так вот, самое, на мой взгляд, самое миллиметра, толстый. наверное, 2,5 половиной. Два, да, да, есть э, поменьше, но это самые толстые страницы. Самые, что называется, прочные и. И долговечные. И долговечные. долговечные да. а немаловажный вопрос, естественно, о долговечности, потому что фотографии имеют такое свойство с течением времени выцветать, терять свою яркость. Что по поводу страниц в вашей книге? Они выцветают, какое количество лет дается на то, чтобы а, бумага, будут яркие краски? Бумага используется очень качественная, она из Италии, и э, таким образом... Э, она покрывается специальным слоем, который позволяет фотографиям долго служить и радовать молодоженов. У меня в руках, наверное, самый большой вариант фото фотокниги. Какие бывают форматы, какие бывают размеры? Вот самый маленький от самого маленького до самого большого. Что вы можете рассказать? Кристина? Здесь у нас есть все размеры. Когда клиент к нам приходит, мы обязательно его, ему все показываем. И есть самый маленький размер 15 на 10. Такая фотокнига 15 на 10. 15 на 10. То есть это стандартный, стандартный размер фотографии. Да, 15 да, на 10. Да. И есть 40 на 30. Это, вот, наверное, на книга, которая большой. у нас здесь да, лежит. Да. Самая большая. Да, самая большая, самый большой размер. Клиент сам выбирает, как он хочет, какой он хочет размер, какие он хочет материалы. И сколько хочет разворотов. Это самые главные три критерия, вот, которые мы с клиентом обсуждаем, встречаемся с ним э, первый раз. Похоже ли это на то, как люди выбирают кухню, когда они приходят к, в кухонный салон, к примеру, да, и их первое, что спрашивают, это размер вашей кухни. Она говорит, или он говорит, какой размер кухни. Дальше составляются ящики и говорят, какое будет покрытие на кухне, какая будет столешница. И точно так же вы спрашиваете, какое будет покрытие, я не знаю, обложки. Ну, скажем, Примерный процесс похож. Ну, скажем, решение принимается гораздо быстрее, да, чем с кухней, потому что кухня это масштабнее. Э больше, а здесь мы за одну встречу с клиентом все обсуждаем, показываем варианты uh -huh. и решение uh -huh. принимается гораздо быстрее. То есть к концу встречи клиент уже готов с ответом того, что он хочет сделать, каких размеров и каких материалов и цветов. Когда клиент хочет себе заказать фотокнигу, вот ваш совет. Желательно, чтобы это были фотографии, которые сделаны профессионалом, и сначала он делает, допустим, заказывает услугу свадебного фотографа, фотограф сделал фотографии, потом он скипает этих фотографий к вам приходит, или как это происходит? А, конечно же, нужно... Или изначально в голове надо держать у себя мысль, что я захочу фотокнигу. Конечно же, для получения лучшего результата необходимо, чтобы фотографии были сделаны профессиональной аппаратурой. Угу. То есть такая аппаратура позволяет увеличивать, уменьшать, что-то ретушировать, если есть необходимость. И любительские фотографии просто ну, могут не подойти под формат альбома фотокниги, потому что они могут просто ну, качество быть не быть соблюдено, и, конечно, мы рекомендуем обращаться к профессиональным фотографам, чтобы получить качественные фотографии. И фотографии предоставляются лучше всего на, в электронном виде, на дискете или на флешке, или пересылаются электронной почтой. То есть... ну, давайте рассмотрим два варианта. Вариант первый, когда пара сэкономила на свадебном фотографе, фотографировал кто-то из гостей, там, из друзей. Они нафотографировали, у них какое-то количество файлов, дальше они решили, что да, увидели, допустим, нашу mm -hmm. программу или у своих друзей, знакомых mm -hmm. увидели такие фотокниги, загорелись, тоже хотим, дальше они звонят вам в фирму, приходят, состоится первая встреча, и они в электронном виде, даже эти любительские фотографии должны вам принести показать. Правильно? Да, да, в электронном виде, желательно в электронном виде. Если э, фотографии э, необходимо немножко обработать, мы предоставляем услугу художественной То есть обработки. У, вас есть услуга, у нас есть У нас есть дизайнер. Ретуши да. и обработки. Да, у нас тоже есть такая услуга. То есть, тогда происходит выборка фотографий, которые более или менее хорошего качества, которые можно, сфотографировать, которые можно э, использовать. использовать для э, фотокниги. И таким образом э, происходит обработка, ретушь, и они печатаются тогда уже действительно качественно на э, странице фотокниги. То есть некачественные фотографии будут убираться, чтобы просто фотокниги. Фотокнига не была, ну, скажем, испорчена. На вашей памяти были такие случаи, когда клиенты приходили, у них была любительская съемка и все равно заказывалась фотокнига делалась? Исходя из опыта вашей фирмы? Нет, нет. В основном сейчас всегда заказывают профессионального фотографа, профессиональное видео на свадьбы. То есть молодожены понимают, что это необходимо, так как чтобы осталась память. Чтобы осталась память, качественная память о мероприятии, и они не жалеют, скажем, средств. И сил на то, чтобы получить качественную работу и качественный материал в конце. Второй вариант, когда все-таки эта отрасль или этот сегмент свадебной деятельности отдается на откуп профессиональному фотографу, нужно ли сказать об этом профессиональному фотографу, что далее будет делаться фотокнига? Я к тому, что идут сюда вертикальные, либо горизонтальные кадры, либо какие-то панорамы. То есть есть ли какие-то специальные требования к производству фотоснимков, исходя из того, что дальше они будут использоваться в фотокниге? Или нет? Абсолютно никаких нет, требований. Да? То есть, э, когда предоставляются фотографии, из них составляется фотоколлаж. Или Этот маркет... фотоколлаж составляете вы, или вот пришла молодая пара к вам, при, принесла кипу файлов, и вы говорите, так, вот это поставим, вот это, вот это. Кто занимается выбором? Выбором занимается непосредственно молодая пара. У вас фотографии. В офисе, у они нас в офисе, да, дизайнер э, сидит рядом и советует, какие фотографии были бы лучше уместнее. для, уместнее, да, на страницах, э, ну, исходя из разных параметров. Угу. То есть э, в основном, как бы, выбор идет за э, молодыми, потому что они виновники торжества и они заказ, заказывают услугу, и дизайнер уже под, под требования и желания клиента Этой уже пары. это все все под подбирает, да. Мы уже говорили со многими свадебными специалистами, они все говорят, что время от времени меняются какие-то течения, так называемые тренды в свадебной моде, она касается и оформления, и касается стиля съемки. В вашей области, в области фотокниг, происходят какие-то изменения? И в этом году было модно одно, в следующем году будет что-то другое модное. Есть такое или нет? На самом деле... Каждый год, конечно же, обновляются коллекции именно обложек, именно форматов. И обновляются они согласно тенденциям каждого года. То есть, например, очень много заказывают именно обложки одноцветные, делая на них фотографии, да, например. То есть фотография такая представительская. Вот как вот мы видим здесь на, на этой обложке. То да. есть на обложку фотоальбома вынесена уже фотография вынесена пары. Вынесена уже фотография пары, да. Можно сделать также несколько фотографий пары. То есть на самом деле тут уже диктует тенденцию и диктует стиль альбома сам заказчик, сам клиент, сама молодая пара. Скажем так, сколько есть вариантов оформления обложек? Только кожа, э, я не знаю, какая-то тесненная бумага. Вот что представлено? А, есть кожа, кожа-заменитель. Вот здесь мы видим. Самый дорогой вариант. Вот, допустим, какой-то вип-вип-вип. Клиент хочет самый-самый навороченный себе вариант фотокниги. Что это может быть? Это какая-то телячья кожа с золотым теснением. Ну, на самом деле. Это может быть, это идет кожа, и можно сделать металлическую пластинку, на которой напечатана фотография уже. Фотография, То есть это уже металлофотография? Металлофотография, да. Очень выглядит эффектно и красиво. Действительно, вот белое свадебное платье невесты, оно выглядит как зеркало. Вот обложка такая зеркальная, и вот молодая пара, у нас есть опыт, мы такое делали, очень красиво получается, очень качественно и эффектно. Вот. Можно также... Э... Золотое тиснение может быть, золотые имена там выбитые. Могут быть. Дата свадьбы. Да, да. могут быть э, на этой металлической э, пластинке выбиты и разные символы, разные даты, и имена. И как клиент сам пожелает. Самая дорогая фотокнига, которая была сделана для клиентов в Эстонии. Что это было? Это было что-то неожиданное? Это могут быть какие-то драгметаллы, я не знаю, «Стразы Сваровский. Что вы делали, исходя из опыта? Такого такого не было. То есть у нас так. нету vip клиента У нас довольно у нас довольно скромный, скажем так, клиент. клиент, да, и он полагается на советы наших дизайнеров, да, и на тот выбор, который мы предлагаем. Что-то стразово, золотое, такое, гламурное. гламурное. Такого в, опы в нашем опыте не было, ну в силу того, что эстонский клиент скромен в своих предпочтениях, и поэтому вполне, скажем, укладывается в рамки тех того, что мы предлагаем в, в нашем каталоге. Да. Кристина, а чаще заказывают белую кожу или черную кожу в оформлении? Белую. Белую кожу все-таки, но белую. это свадьба, это белая. белая. Да, конечно, белая она и выглядит эффектнее, и на полке стоит, так это очень выделяется. И, конечно же, белую, ну, само по себе приятнее держать в руках, потому что это свадьба. Ну, цвет белый сразу же отождествляется со свадьбой. Мы узнали, что кожа, кожа заменитель, тогда что еще, какие материалы? Именно мы пока говорим об обложках, что еще а, используется? Как материалы э, на этом... Э, все, кожа и заменитель. используем также тонкую, извините, твердую обложку угу. и вот мягкую обложку, да. То есть разные, скажем, по ощущениям, по тактильным ощущениям, да, да по тактильным ощущениям мягкая или толст или твердая обложка. Это уже зависит от того, как клиент сам предпочитает. Есть, конечно, варианты тканевой, но это менее распространено. Все-таки заказывают. А в силу обложки. чего? Вот как вам кажется, почему не заказывают тканевые обложки? Кожаные они качественнее, они устойчивее к там, царапанию, там, ко времени вообще. Угу. Тканевые еще могут испачкаться. Потому что если мы говорим о светлых свадебных тонах, то тканевые могут просто, да, просто как-то даже стереться. Вот. Мы выяснили, что пара пришла, принесла файлы, посидели вместе с вашим дизайнером, отобрали фотографии. Какое количество минимальной страниц может быть в фотоальбоме, и какое максимальное количество можно впихнуть в вашу фотокнигу? Минимальное, ну может быть и пять. Пять страничек? Может пять, пять разворотов. Мы говорим о разворотах, а потому разворот. что, потому что если мы составляем коллаж, то это может быть фотография на весь разворот, может быть, конечно, и по страницам. Но мы все-таки предлагаем вот развернул, там сразу вот вся картина свадьбы. Кристина, а как чаще вот ваши клиенты заказывают себе фотоколлажи, когда действительно используется в качестве фона какая-то фотография, и поверх еще идут одна, две, может быть, три фотографии там, в виде овалов, кругов, квадратов? Каковы современные тенденции? Или все-таки, допустим, черный фон или там, белый фон и отдельные фотографии в рамке? Что нынче? На востребовано? самом, деле, на самом деле у клиентов очень разные вкусы. Кто-то действительно предпочитает фотоколлажи, кто-то хочет фотографии в рамках. Но чем интересна именно фотокнига, тем, что этот фотоколлаж он может быть перенесен именно на страницы. То есть если в рамках, да, то это будет выглядеть как, ну, как обычный ну, как альбом. как альбом да. Как обычный альбом. Туда, конечно, можно добавить разные поздравления, пожелания, как я упоминала. Угу. Вот. А коллажи они выглядят в этом плане гораздо интереснее, потому что э, это сразу открывается не так традиционно и сразу открывается вся картина вот мероприятия и торжества на одном развороте. А как вам кажется, стоит ли использовать много текстовых э, каких-то элементов, материалов, там э, стихи, я не знаю, послания, пожеланий или все-таки достаточно фотографий? Вот если бы у вас была свадьба, если бы вы заказывали себе фотокнигу, вы бы использовали много текста? Я какие думаю, пояснения, я это думаю, мы здесь, там, у памятника русалка. Я, я думаю, я бы использовала обязательно какие-то надписи, потому что это увлекает смотрящего альбом, фотокнигу, непосредственно в процесс То есть как будто такая история да, рождается. Да, То есть ну, это зависит опять же от фантазии клиента, да. Но, на мой взгляд, это гораздо вот интереснее, ну, интереснее, зрителям. интереснее зрителю, его больше увлекает, когда смотрит книгу. На ваш взгляд, для специалиста, какое количество оптимально разворотов для того, чтобы не утомить гостя, когда он пришел к вам, и вы ему даете фотокнигу и говорите, посмотри нашу фотокнигу со свадьбы, чтобы он там уже не уснул, не думал, господи, 155-й разворот <потворот> пошел. Сколько оптимально? 20. 20, 20 самый оптимальный да, вариант. 20 самый оптимальный вариант. Сколько фотографий помещается туда? Ну, опять же, зависит от размера, Размер, от размера ну и зависит от, конечно же, размера фотографий, которые туда вставляются. Если это фотоколлаж, то там может быть очень много, большое количество фотографий в фотоколлаж вставлено. Если это фотографии в рамках с надписями, туда может пойти ну порядка, на страницу порядка 5 фотографий. Uh -huh. Зависит фотографий. от расстановки. Зависит от расстановки от надписи. Но мельчить не стоит. Не надо впихнуть мельчить как можно большое стоит. количество нет, фотографий, там, нет. я не знаю, 6 на 9. Нет, конечно, не стоит, потому что <къех> все-таки э, фотографии э, такого торжества должны быть большие, крупные, э, там же все при, делают прекрасный макияж, э, прекрасные украшения, э, платья. И все это должно быть видно крупным планом э, портретами. И на мой взгляд, конечно же, большие фотографии они предпочтительнее. Эффект не смотрится. Эффект не смотрится. Да. Кто-то из классиков фотографии сказал, что маленькие фотографии рассматриваем мы, а большие фотографии рассматривают нас. Поэтому, конечно, когда фотография большая, она более эффектная и неожиданно смотрится. Да, именно. Итак, пара пришла, отобрала фотографии, посидела с вашим дизайнером, пришли к какому-то выводу по оформлению книги. Будет ли это белая кожа, черная кожа угу. или кожа зам? И дальше самое интересное: сколько время ждать паре получения книги уже на руки? А, далее... Сроки изготовления. А, немножко вы вперед забежали. Так, а, что мы... я пропустил? А, мы... Рассказывайте. Мы еще должны обсудить с клиентом обязательно макет. Макет книги. Что то это есть, такое? То есть мы э, делаем или фотоколлаж, или мы делаем э, фотографии с надписями, с картинками и предоставляем <къех> клиенту на подтверждение. Угу. То есть таким образом э, он смотрит, как будет выглядеть фотокнига уже в напечатанном виде. То есть это настоящее типографское дело, как будто да. бы вот вы сверстали модный гламурный журнал и дальше высылаете главному редактору, только главный редактор на этот раз уже сам клиент. И он смотрит говорит, да, классно, здесь фотография, здесь надпись хорошая, все ему понравилось. Он говорит добро, да, даю добро. Тогда мы отправляем это на печать. То есть печать происходит не в Эстонии, не в Таллине. Не в Эстонии, не в Таллине. Где вы печатаетесь? Мы печатаем в Санкт-Петербурге. Мы печатаем в Санкт-Петербурге, и это занимает около двух недель. Всего на все две недели? Около двух недель, ну и доставка. Там, в зависимости от того, как быстро доставит курьер, вот. Ну, в общем количестве. Занимают три недели, то есть две недели печатают, неделя на доставку. Знаете, это не так много по сравнению с тем, что свадебные фотографы чуть ли не по полгода заставляют ждать своих клиентов, когда они сделают окончательную обработку файлов. И бывает так, что уже уже пара чуть ли не развелась, а они, они приносят только свои свадебные фотографии. Здесь гораздо быстрее, потому что работа дизайнера как раз заканчивается на том моменте, когда клиент подтверждает макет, подтверждает последний вариант книги, и тогда уже отправляется на печать. И клиент получает готовую работу. Да. Печатники делают свою работу, делают ее довольно быстро, и тогда уже можно получить на руки готовую книгу. Немаловажный вопрос, конечно же, сколько вся эта красота и великолепие стоит? Какие цены, чтобы запечатлеть в истории самый важный день? Конечно, нужно учитывать то, что это индивидуальная работа. Да. что это ручная работа, да, мы говорим о э, выборе, о подборке, о составлении макетов, э, получается, что если мы говорим о небольшом альбоме 15 на 15, да, то это будет около 150 евро. 15 на 15 почти квадратик будет такой. Да, да, да э, uh -huh. квадратный такой альбом э, 150 евро и Конечно, цена зависит от материалов, от фотобума фотобумаги, которые выбирают. Пластик, наверное, толстый будет самый дорогой вариант, да? Он будет, да, одним из самых дорогих вариантов. Зависит от обложки, то есть там есть варианты, вот если мы говорим про металлическую, то это будет чуть-чуть дороже. Если мы говорим про одну фотографию на обложке, это будет другая цена. Угу. Если три фотографии, то другая цена. То есть книга в среднем стоит около 300-400 евро. А что же, делать, что же делать молодым, у которых свадьба была лет 10-20 тому назад, у них есть тот самый пресловутый фотоальбом. И вот они увидели, что теперь-то новые тенденции, теперь-то можно вечную книгу себе сделать. Они могут принести этот старый фотоальбом, можно как-то его, не знаю, отсканировать и сделать фотокнигу. Да, мы тоже предоставляем такую услугу. Мы восстанавливаем фотографии и переносим их на страницы фотокниги. Они действительно сканируются, цифруются и переносятся дизайнером на макет, согласованный, опять же, с клиентом, и тогда печатается фотокнига. Такое мероприятие можно организовать, например, к 20-летию э, свадьбы. То есть можно сделать даже подарок молодым, да, там, может быть, это родительская свадьба, дети уже подросли и думают, там, на золотую свадьбу сделать классную, классный подарок. Да. Переиздать, скажем так, да. э, свадебный фотоальбом своих детей, своих родителей и уже сделать фотокнигу. Да, да, именно этот вариант и мы предлагаем. Э, фотографии э, 20-летней давности, понятно, качество не самого лучшего. Да. Но... Э, Дизайнеры их э, улучшают, улучшают э, делают их качественнее и добавляют света где-то, где-то ретушируют, ну, делают свою работу. Угу. И тогда фотографии приобретают новый облик и вполне готовы к печати на странице фотокниги как вам кажется, эта тенденция и дальше будет все больше и больше востребована на рынке? Или это сейчас такое модное веяние, как будто бы вот используют, там, я не знаю, усы или какие-нибудь помпоны во время фотосессии? Это там вот сейчас год-два и все отойдет. Что говорят, что говорят опыт Европы в этом плане? Вот а, книги это надолго? На самом деле это только приобретает свою популярность, потому что те, кто убедился в качестве, они советуют другим здесь мы говорим о долговечном альбоме, о долговечной книге, которая будет всегда всегда радовать молодоженов и всегда будет с вами для того чтобы показать друзьям родственникам и детям. Поэтому эта книга будет приобретать и приобретать только поклонников. обороты да. И последний вопрос можно ли заказать не одну книгу, а, допустим несколько экземпляров и будет ли это последующий экземпляр чуть дешевле, чем первый? А, да, конечно. Ну, допустим, бабушки конечно. хотят куда-нибудь отправить или родители. Да, да, есть такая возможность. То есть молодожены заказывает себе, например, большой в какой-нибудь формат книги, да. а родителям делают чуть-чуть поменьше. Тот угу. же самый чуть-чуть поменьше. Это будет, конечно же, стоить дешевле, оптом всегда дешевле. Ну что же, уважаемые зрители, теперь вы знаете, что есть новая тенденция, которая завоевывает рынок свадебный, и в нашей стране в том числе. Это очень классная идея, когда делается не фотоальбом, когда невеста не сидит, не клеит там суперклеем фотографии в фотоальбом, а уже издается настоящая книга, и это летопись вашей семьи. Напомню, на канале ТВН вы смотрели цикл программы «Идеальная свадьба». До встречи на канале.